Привет! Сегодня мы с вами будем рисовать пингвина Кавайи. А вы сначала подпишитесь на мой канал. Ну что, начнем? Вот такую линию. Далее рисуем самого пингвина, формы его, такую лапу, как у пингвина идут. И с этой стороны такую же. И вот здесь такие лапки. Одна и другая. Такая у нас пока. Такой набросок получился. Теперь здесь рисуем вот такие вот линии. Одну сюда и одну сюда. Такой контур делаю. У нас такой контур получился. Теперь рисуем вот такие вот две линии. Вот отсюда вот одна такая линия проходит. И вот здесь вот еще одна. Это мы помечаем, где будем рисовать глаза. Вот здесь рисуем один вот такой вот глаз. Здесь другой. Такие вот у нас глазки получились. Теперь вот здесь вот проводим вот такие две линии. Я уже провела. Здесь мы будем рисовать глаза. Здесь будет у нас один. Здесь второй. Далее вот здесь рисуем нос. И здесь вот такие вот рисуем штучки с края. Здесь одну будет. Здесь вот у нас будет вторая. Такой у нас пингвин получается. Теперь стираем вот эти все ненужные линии. И обводим его карандашом, чтобы он был поярче. Вот здесь дорисовываем еще одну звездочку. Так вот. И обводим все, чтобы было ярче. Вот я обвела уже пингвина. Вот такой у нас пингвин получился. И разукрашиваем пингвина. Вы знаете, какого цвета пингвины? Синего. Правильно. Поэтому разукрашивать мы будем синим. Thank you.
Теперь мы разукрасим вот эти звездочки. Они у нас будут такого цвета. И желтые. И это тоже желтый. Носик мы тоже покрасим в желтый цвет. Так, яркий цвет, желтый. Вот такой вот у нас пингвиненок получился. Ребята, если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь и пишите комментарии.